В образовательных учреждениях края завершаются летние ремонтные работы. Капитальным ремонтом в этом году может похвастаться и Алтайская академия гостеприимства. Большинству ее зданий более 50 лет, и за это время здесь ни разу не проводили основательных работ. В этом году из краевого бюджета в рамках программы модернизации учреждений профессионального образования региона академии выделили более 70 миллионов рублей. Полученные средства позволили обновить лестничные марши, напольные покрытия, входные двери и учебные кабинеты. Особой гордостью почти для 2000 студентов станет обновленный стадион. Работы по его реконструкции активно ведутся с июня. По заверению подрядчиков, уже к 1 сентября студенты смогут протестировать новое покрытие беговых дорожек, погонять в футбол на свежем газоне и поработать на тренажерах с собственным весом. В целом, корпуса академии станут доступнее для маломобильных граждан благодаря увеличенным входным группам и подъемному оборудованию. Если вы зайдете сегодня в корпус, вот в этот корпус зайдете, вот во второй корпус, вы увидите, что начиная от лестничного марша внутри этажами, там все современное. Я работаю уже вот почти 25 лет руководителем. Таких денег я никогда в жизни не видела. И такого капитального ремонта не было ни разу. Дополнительно академии выделено еще 8 миллионов рублей. На эти деньги планируют оснастить современным технологическим оборудованием, лаборатории, медицинский кабинет, приобрести специальную литературу и компьютерную технику. Кстати, 60 миллионов рублей из бюджета края выделили еще 13 учреждениям профессионального образования. Эти средства пойдут на ремонт кровель зданий.